Всем привет, это Ильин Сергей, он же Сиреней из Гатчины, и сегодняшний обзор будет, как ни странно, не про азиатский доширак, а вот про такую тему. Тема тоже довольно-таки любопытная. Производитель A&W, и это корневое пиво. Это напиток, очень популярный в Соединенных Штатах, занимает немалую долю рынка. Как ни странно, у нас он почти совсем не представлен. Значит, лот вот такой, в Красном Драконе приобретено, 355 миллилитров. Написано, что безалкогольное корневое пиво, без содержания кофеина, отличается мягким, сладким ванильным вкусом. И лучше всего подавать в кружке со льдом или с ванильным мороженым, для того, чтобы прочувствовать вкус в полной мере. По составу газировка, кукурузный сироп, карамельный колер, искусственный натуральный ароматизатор, экстракт квилаи, что бы это ни значило. Больше здесь ничего не написано. Я погуглил, что это вообще представляет собой. Написано, что основной ингредиент – кора дерева сассафрас. Не знаю я такого дерева. Популярно в Северной Америке. Производится двух видов – алкогольное и безалкогольное. И если алкогольный вариант, то там всего 0,5 градусов. Для сравнения, в наших привычных квасах от 1 до 2. То есть совсем ни о чем там алкоголя. А вот моя версия и вовсе 0 алкоголя содержит. Вот, может содержать пиво множество различных привкусов. И какая-то там тема была написана в 60-х. Там компонент был сафрол, который канцероген как бы. И теперь корневое пиво выпускается без него. Используется акация как заменитель. Комбинируется с лакриц. Ну, в общем, это ладно. Просто вот такой популярный напиток, который я как-то даже и не знал бы. Просто вот обошел бы вниманием, но попался он мне на глаза. Хотя, ну, есть, например, вот, скажем, для вейпа жидкость от Хорни. Это малайзийский производитель. Но тоже вот со вкусом рутбир. Только вот я вот на таком уровне примерно имею представление, что это будет на вкус. Ванильное мороженое, говорите, ну окей, допустим. И какой-нибудь красивый стакан тоже не помешает. Вот, сейчас буду открывать. Не знаю, как одной рукой получится. Или открою ее, потом уже запущу плей. Ладно, попытаюсь одной рукой все осуществить. Вот так выглядит баночка со всех сторон. Тут русская наклейка. Надпись, что кофеин free и low sodium. Ну и вот. Охладил я максимально это пиво. Почему пиво-то интересно? Так, в стакан, видимо, все не влезет. Сначала сделаю глоток без мороженого, потом с мороженым. Очень вкусно и как бы... Блин, на что же это похоже? Ваниль тут есть, что-то от кваса. Как будто, ну, какой-то лимонадик... В стиле Доктор Пеппер, такой какой-то, не банальный, с какими-то такими своими оттенками. Вот примерно так. Сейчас тогда мороженое подключу. Такое вот мороженое оказалось кривое внутри. Ну, что удивительного. Отечественный производитель, у нас вечно так все в стране. Мороженое вкусное, кстати. Ну да, отлично сочетаются они ж. И то, и другое ваниль содержит. В общем, классная вещь вообще-то. Продолжаю пить, подливать себе понемногу. В общем, вкус такой интересный. Даже вот помимо ванили здесь есть что-то такое, чего раньше не пробовал. Просто такой вкус, о котором мы не...
подозревал. Что-то от жвачки. И вот эти какие-то необычные нотки. Сколько там оно стоило? Рублей 160, да, я сказал. Это, конечно, дороговато. Я думаю, в Америке она стоит так же, как кола. Может, чуть подороже. Ну, тогда было бы нормально. У нас же так дорого, потому что это импорт. Вести надо специально. В общем, классная вещь. Я рекомендую. Это был Ильин Сергей, он же Сиреней из Гатчины. Ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите другие мои видео. Всем пока.